Эксперты мирового уровня в области пантового оленеводства в эти дни находятся на Алтае. В Белокурихе проходит 7-й Всемирный конгресс оленеводов. Приехали специалисты из 18 стран, в том числе Новой Зеландии, Китая, Кореи, Австралии, Канады. Эксперты делятся новыми технологиями в переработке сырья пантового оленеводства, обсуждают дальнейшее развитие отрасли, в том числе применение продукции в лечебных целях. В рамках конгресса работает выставочная экспозиция краевых производителей продукции, изготовленной на основе сырья пантового оленеводства. Гости также посещают местные моральники и перерабатывающие предприятия. Конгресс завершит свою работу 25 августа.